Чи хотіли би ви бачити людину наскрізь, як за рисами обличчя, знати, хто перед вами? Саме з цим питанням звертаємось до гостя, який приїхав до нашої студії. Це Леонід Золін, трансформаційний фізіогноміст, автор системи усвідомлення і трансформації характеру, автор наукових публікацій і співавтор книги, доповідач на медичних конгресах. І взагалі, я так розумію, у вас велика діяльність і наукова також. Отож, ми зараз маємо, за приклад, іще ось книгу і ті статті, які ви написали, так, можемо побачити. Але найголовніше, що хотіли би дізнатися від вас, це як же за рисами обличчя впізнати ту людину, яку, можливо, не треба було би бачити перед собою. Можливо, так? Тобто ми сьогодні з'ясуємо, які риси характеру можуть бути і як їх змінити для того, щоб покращити своє життя. Так? Правильно, пан Леонід? Ви нам про це зможете сказати, розповісти і дати якісь рекомендації. От будемо прямо в діалогі рішати зараз. Можна це чи ні? Так, ну, пан Леонід, ну ви скажіть, от коли дивитесь на людину, ви можете прочитати одразу її? А вже ж. Так? Ну, тільки смотри, давай так, нужно задаться вопросом, зачем тебе это надо? Ну, а як же, треба ж знати, хто перед вами. Вот я сейчас зрителям скажу одну крамольную вещь. Друзья мои, вот когда смотрите на человека, в первую очередь чувствуете состояние, насколько чувство, да, вот чувство, потому что они 100% обманывают, они как угодно, но они первичны. Вы не можете себе, например, вот если я к парням сейчас обращаюсь, вы не можете себе выбрать девушку по структурам, да, подобрать ее и сказать, все, она мне нравится, так не работает. Вот заходит 10 девушек в зал, в аудиторию, вы вот вы смотрите, и какая-то одна, а может быть даже две вам нравятся. Вы же это не можете объяснить. И вот смотрите, вот эта магия в чем здесь? Или в чем фишка? Что в личных отношениях, что в бизнесе? Очень важно почувствовать. Твое, не твое. Это самое первое. Это просто чувствовать. Никакие мысли не включать, никакие эмоции, а чувства. Отличаем чувство от эмоций. Чувство – это вот здесь, я чувствую. Это энтеральный мозг, это кишечник, по сути. Так, слушайте, это же можно, кто-то вміє, а кто-то взагалі закрив. Все могут, могут все. Мы сейчас говорим про осознанное чтение характера по лицу, трансфейсинг. Это уже когда мы мозги включаем, неокортекс наш, мышление, мы такие умные становимся сразу. Я говорю по-простому сейчас. Чувствуйте человека. Эмоции – это сердце. Это, кстати, центральный уровень лица. Там, где глаза, нос, ушки, веки, брови. Смотрите, скулы. Но это сердце. Это я чувствую. Это я не чувствую, я эмоционирую. Я в контакте, я в коммуникации. Но еще до коммуникации с кем угодно у вас чуйка есть. Вот здесь кишечник. У вас нутро. Ну, подобається вам людина чи ні, ви ми якраз оцим, як ви кажете, так, відчуємо. Є таке вираження, да? Я нутром чую. Да? Щось вона така, така людина. Правда, якась. Правда, правда. Вот. І поэтому первым делом вот, чувства. І от, если ми зараз говоримо про отношения, а многим интересно отношения, нас, я думаю, що девушек очень много смотрит, женщин, вы смотрите на парней. Вот по-любому кто-то вам нравится, кто-то не нравится. Но зачем анализировать того, кто не нравится, да, правда? А вот если уже кто-то понравился, и вот чувствуете, что отношения начинают как-то выстраиваться, ну или шанс есть, вот здесь вы можете уже применять. Или, например, вы уже собрались замуж выходить, или уже вы отношения выстраиваете. Ну, конфетно-букетный период, знакомство. А дальше, смотрите, вы чувствуете, что этот парень как-то странно себя ведет. Он, например, все время придирается к мелочам. Вы, вас просто это бесит, что такое зануда, да, и он такой все время лезет, свой нос сует. И вот здесь вы начинаете смотреть на лицо, и вы смотрите, берете центральную треть лица, берете нос, как эго, я, я куда смотрю, куда эго смотрит, а дальше смотри, заостренный кончик носа, как у Пиноккио. И узкие губы, можно его? Смотри, узкие, смотри, узкие губы, это нижняя треть лица, это уже то, как он действует, то, как он ощущает себя. И смотри, тонкие губы, это всегда, это высокий подбородок, допустим, но он не обязательно высокий, но как правило. И дальше это носогубный треугольник. И вот тонкие губы, смотри, это действие. Для человека важен опыт и действие. Для человека не так важен контакт, не так важно пробовать. Ему важно включиться в задачу и ее выполнить. И это более жесткая система, смотри. И это более деловитое отношение. Это более меркантильное где-то даже отношение. Вот посмотри, тонкие губы, высокий подбородок, это что? А, еще и высокий носогубный, это политики. Как один. Как один. Ну, хочешь Трампа возьми, хочешь Байдена посмотри, да? Хочешь наших некоторых посмотри. Либо тонкие губы, либо
какие. Угу. Либо средние. Ну, не средние, пухлые. Так, не пухлые. Меркель, посмотри, классический вариант. Маргарет Тэтчер, посмотри. Королева-мать. Ну, елки-палки, куда там, да? Ли Кван Ю, посмотрите. Но в Азии немножко другая ситуация. Они же управляют по-другому. Мы сейчас говорим про европейский тип управления и взаимодействия. Нам важливо знати, які для нас. Теперь смотри. Там тоже работает трансфейсинг, но там нужно понимать, что там модель другая. И коммуникации, и самого человека. У него другая структура. А вам що? Вам довелось передивити стільки облич? А зачем? Для того, щоб знайти. А, вот об этом. Нет, мне немножко не так. Я, смотри, я пошел в физиогномику. Да это же так называют, физиогномика. Так, так, так. Их очень много, на самом деле, взглядов на эту тему. Есть авторы. Написано и вот там на украинский, и на русский переведено где-то 20 с чем-то книг. Ну, 25 книг. Но я почти все изучил, посмотрел. Там методологии нет, на самом деле. Моделей нет. Есть подходы, а вот моделирование, чтобы можно было, мне этого не хватило. Поэтому я пошел в разработку именно методологии. Смотри, я могу сделать из любого лица любой характер. Например? Практически. Ну, сделать кращим, гиршим, возможно, людині буде гірше. Нет, внешнее лицо, любой характер. Можно, смотри, можно, меняя форму подбородка, челюсти, скул, под задачу любое лицо вообще сделать. А вот зараз дуже багато жінок собі роблять приблизно однакове обличчя, яке модне там в Інстаграмі, наприклад, так? Ну, слушай, що тут это працює? Такая сейчас провокация прозвучало, да, одинаковое обличие. Не согласен. Приблизно. Это сильно зависит от руки мастера. Вот косметолог или там пластический хирург, или это визажист, или мастер по перманенту. Вот он перманент делает, например, губы, или, например, брови. Там пудровые, или это классический перманент, или это микроблейдинг идет. Он все равно, смотри, у каждого есть свой взгляд, свое чувство, и дальше начинается что? Артистичность начинается. Art, это называется brow artistry. Броу-мастер или бьюти-артистри. То есть это артист, да, художник, который делает так, что? Так. Лицо. Теперь смотри, какая интересная особенность. Это как с поваром. Вот если человек чувствует еду, он с ней в контакте, в чувстве находится, то будет хорошо, даже если он не супер-профи. То же самое с мастером. Если он чувствует клиента, но у него нет модели, то есть как реально работает лицо, не просто там квадрат, круг, треугольник, там сердце, ромб, вот как они учатся. Их же так учат. А, нет, а у него есть понимание, то это история про осознанный подход. А мы говорим про простые вещи сейчас. Косметолог или визажист, перманент, мастер перманент, он чувствует, он смотрит, и он понимает, что если он сейчас губы сделает больше по объему, он превысит эту норму. Девушка станет сверхчувственной, сверхпровзаимодействие, а там дела не будет никакого. Будет вот это только одно, вот это я. Угу. Мне кайфово. Так, таких много, до речи. Так почему мужчины и ведутся на пухлые губы? По одной простой причине. Пухлость, смотри, это я, мне нравится взаимодействие, мне нравится чувствовать, мне нравится участвовать в процессе. Но какому мужчине не понравится, что женщине нравится с ним быть в процессе? В каком процессе, да, мы сейчас промолчим. Ну так. Но это же роботи, це працює. Працює? Ну, а, да, ну так, на перший погляд, а потім. А тепер смотри, тепер баланс. Угу. Тепер, якщо косметолог, наприклад, або мастер, візажист знає, що ця дівчина, наприклад, юрист. У мене була така історія, от одна з наших. Це взагалі жах. Одна з наших партнерів, от Карпенко, наприклад, Наталя, вона відома косметолог, от. І у неї була історія. Мы с ней сотрудничаем в нашей теме, в трансфейсе. И она осознанно отказывала не раз. И вот была ситуация, когда она отказала девушке, когда она с мамой пришла, ну, взрослая уже девушка, за 20, она закончила юридически, она попросила сделать ей вот губы. Она сказала, что она тут с парнем встречается, она бы хотела больше чувственности, чтобы он не обращал внимания на других девчонок. А парень такой из элитной тусовки, знаешь, вокруг... Не какой-то маргинал такой, правильный пацан, ловелас. И она вроде такая, ничего, а конкурентки есть, вот губы давай ей. А та спрашивает, слушай, а что ты делаешь? Она говорит, что я делаю? А мать такая рядом стоит, говорит, ну она со мной работает. А что вы делаете? Говорит, ну у нас, мы нотариусы, у нас нотариальная контора. Мы юристы, мы тут оформляем договора, помогаем оформлять, нотариусы, красота. Ты говоришь, подожди, то есть ты работаешь в нотариальной конторе? Да. А с кем вы работаете? Ну у нас тут строительные бригады, девелоперы приходят, решают вопросы. Вот представь себе, говорит, ты молодой начинающий юрист, сидишь, значит, принимаешь девелоперов, тут сделки поглощения, все дела, тут корпоративная юриспруденция, да? Такое. Ну, это взагалі так, тобто треба думати. Ты как себя видишь? Я начал ей показывать фотки, как это все выглядит. Она говорит, тебе максимум, это
ну, перманент, ну, мейк подбери себе губы, да, выдели губы чуть-чуть мейком, сделай. Я рекомендую вообще, в принципе, в деловой среде делать либо матовые губы, либо это полуматовые. Либо матовые, но с элементом глянца. То есть немножко добавить флета, и все. Не, і так, звичайно, бо а так, да. А виходить, що в житті у нашому люди не розуміють. А от зараз, от смотри, уже, а от тут успіх косметолога. Смотри, в чому состоїть. Вона ж їй відказала. І 100 євро чи 200 євро вона в карман же не положила собі, тому що губи нижняя треть обработать, допустим, той же гіалуронкой, это где-то от 100 до 200 євро в зависимости от препарата. Там это Европа, Корея или что, ну, у вас. Теперь смотри, она, получается, раз, лишила себя денег, так? Угу. Ничего подобного. Это уважение. Ну, тут я помню, то есть вот почувствовал уважение, что на тебе не зарабатывают, а к тебе относятся как к человеку. Угу. И какая доля вероятности, что эта девушка и ее мама придут на другие процедуры к этому косметологу? Придут, обов'язково. Ну, тут зрозуміло, справді, тому вот. Що ну, це інша ситуація. Да. Тут, як знаєте, от Леонід, хочеться справді дізнатись, як же наша зовнішність допомагає нам вирішувати різні питання. Тут ви добрий приклад привели. Смотри, форма. Тут дуже важливо. Смотри, работает форма и цвет. Даже так вот, смотри. Форма, допустим, цвет и назначение. Что ты конкретно меняешь? Ну, даже вот из одежды. Давай возьмем из одежды. Вот ты одеваешь спортивный костюм. Ну, такой классический, casual, спортивный, такой приличный. Ну, если у тебя свободное время, ты там на пробежечку или прогуляться вышла. Комфортно же тебе? Ну, так-то. Ну, или там с своим партнером куда-то пройтись, тоже так вот. По улице, может быть, даже где-то там. Ну, нормально. А представь себе, ты идешь на переговоры. Та ні, ніхто или так не піде. Или ти случайно пішла на тусовку, да, или тебе срочно позвонили, надо ехать там с кем-то встретиться. Ні-ні-ні. Да, или ти встречаешь каких-то людей, с которыми тебе хотелось бы выстроить какой-то конструктивный диалог, а ты вот, тебе некомфортно. Угу. Помнишь «Титаник» фильм? Ну, так, знаменитый. Так. Помнишь, как одел Ди Каприо костюм? Ну, он никогда так не ходил сидів в нем. Он вообще никогда так, не ходил. Зовсім. И на него фраг этот, что-то смокинг на него одели, да, по-моему. Он, це ж треба було так зіграти. Ну, це талант. І от він грає чоловіка, на якому смокінг не сидить. І що робити? Це от та сама історія, коли грає питання, смотри, контекст, куди ти себе вписуєш. Ну, чітко розумієш, куди ти вписуєш себе? В які відносини? З ким? Де? Коли? Второе, треба розуміти свої базові параметри. Хто ти? Твої настройки базові. Ну, або те, що осталось, як говориться. Далі ти смотриш, яку ти задачу хочеш вирішити. Ну, хоть примерно, хотя бы. Ты вообще чего хочешь? Да? Ну, багато дівчат, от жінок, які зараз вас слухають, и хочуть смотри, бути что ты делаешь с мейком. Запитаним. Вот ты, например, пришла сейчас, мы на ты. Да? Мы то мы да, в добре. Эфире, а то будем тут, выйду другу. Да? На ты. Добре. Зрители нас поймут, простят. Добре, добре. А ты пришла, смотри, на передачу. Ты журналист. Так. Да, так вот, ты в ресурсе, это же твоя территория. Ну так, так, звичайно. Вот смотри, у тебя классический прямоугольник с широкой челюстью и заостренный подбородок. У тебя и так базовая устойчивость есть, и целеустремленность действий, направленность. Скулы объемные, выпуклые. Ресурс влияния на людей. Море. Она способна контролировать пространство в коммуникации, но при этом способна контролировать территорию свою. Вот теперь смотри, что дальше происходит у тебя. Это у тебя длинная структура носа, длинная спинка. Это нюанс. Процесс, качественно все выстроить. Все должно быть, все должно следовать так, как нужно. Значит, да, все добре. Да, и вот нос, да, нос, смотри, заостряется, но форма плоская, структура, то есть что? Структура, организация, как оно все устроено, как работает. И внимание еще к деталям, тут же. А теперь смотри, как у тебя работает мейк. У тебя есть база, основа, легкий хайлайтер на скулах и на подбородке в центре лба. Дальше у тебя полуматовые губы, цвет персик, немножко, ну, там, розовый, персик, ну, такой карминовый даже присутствует. В общем, такой микс, но при этом кремовый, но при этом полуматовый, смотри. И дальше у тебя брови, ты их сглаживаешь. Ты не показываешь апекс, они у тебя не острые. Цвет у тебя тоже не черный, но больше графитовый, светлый. И вот смотри, у тебя идет мягкая манипуляция, управление людьми, клиентом, гостем, да, гостем, правильно сказать. Это первое. Дальше у тебя идет мягкая коммуникация без желания поглотить его, нет яркой чувственности, ты не предлагаешь вот, флирт, ты не предлагаешь, то есть сексуальность не читается сейчас явно, акцент на глаза, то что мы видим? Мы видим все-таки брови,
карие глаза и подчеркнутые у тебя что? Подчеркнутые ресницы и смоуки, легкие смоуки, градиент, а потом смоуки на внешних уголках верхнего века. Ты показываешь ресурсность, ну, значит, все добре. Уверенность, правильно? Спокойствие и мягкость управления. При этом способность. И вот смотри, Леонид, прочитав усе. А это все. Твой, это что образ, который ты сделала? Да, смотри, да. А в базе что у тебя было? Жесткость, устойчивость, целеустремленность, способность агрессивно влиять на людей, мотивировать их, способность ими манипулировать, способность выстраивать структуру, вставить их в определенные рамки, так фокусироваться на своем. То есть в тебе достаточно жесткая волевая структура с возможностью влиять. Но чтобы это не травмировало гостей, твой, Леонид, не знаю, кто тебе грим делали, кто тебе делал грим? Ну, специалисты. Ну, толковые люди. Правильно, а ну а как же? Может быть, они на пальцах сейчас бы и не расписали так, как я это делаю, потому что это уже осознанный подход. Ось так Леонид Золин вміє читати людей. Вміє. Только что создали тебя. Ну, супер, супер. Так Пігмаліон же ж, да, создал свою любовь. Правильно, правильно зробили, тому що все це потрібно для того, щоб все було добре, так? Щоб була структура і щоб було розуміння. І довіра, звичайно, звичайно, довіра та м'якість. А я ще хотіла показати ось ті книги, які є у нашій студії. А дай я розкажу в двох словах, да? Складного пацієнта. Да, кстати, хороша книга, але її можна тільки купити по блату, либо обратитися. Вже немає, вже немає. Да, Владлена Аверина – это великолепный косметолог и эстетический гинеколог, один из лучших в Украине. Так. Вот проект «Портрет сложного пациента» – это уже многолетний проект, Владлена развивает. А мы вместе с врачами эстетической медицины написали эту книгу совместно о том, как на самом деле работает эстетика, эстетическая медицина. И здесь моя статья, ну или глава целая, называется «Три маркера сексуальности в трансфейсинге». То есть как определять чувство, влечение, сексуальность партнера и его энергию, либидо и половую конституцию по рукам и по лицу. Это все основано на научных данных. Я сьогодні так просто маю мало часу для того, щоб розповісти усе, з яким багажем зіштовхується, да, взагалі має Леонід Золін. Справді, ми бачимо а вот статті. Зараз, бачимо, да, зараз що я скажу. Тут... У нас є такі журнали, 5000 екземплярів виходять, в частності вот, в Україні і в інших країнах. Новель Эстетик – это французское издание, просто в Украине оно есть. Хороший профессиональный журнал для врачей, но и для широкого круга. То есть не только косметологи и пластики, но и визажисты, и просто женщины могут читать. Тут, конечно, медицина, да, но вот есть, например, вот… Такий розділ, він допоможе людям розібратися і знати, що до чого, як примінити, і взагалі, може, щоб не наробити собі шкоди, так, треба зробити усе. І знаєш, в чому ідея тут? Ідея состояла в тому, щоб показати врачам-естетам, ну і б'юті-мастерам, звісно, о тому, що вони можуть осознанно створювати образи. Здесь же не только это, еще мануальные техники, кинезиология, остеопатия, миофасциальный массаж, вообще массаж и плюс так называемый фейс-фитнес, фейс-билдинг. Это то, что сейчас становится популярным, тренировка лица, это тоже про это. Вот. И у нас недавно состоялся конгресс, я могу вас тоже поздравить нас с вами, что в моем лице и в лице команды под руководством Владлены Авериной мы представили Украину в Монако, в Монте-Карло. То есть у нас Вітаємо. Да, це да. Перемога, перемога это для очень України. Серйозний для вас також. 100%. Для нас, для всіх. Я сейчас видите, даже так иду. Ответственно делаю водички, сока. Так, ну так виходить, що ви ось розробили розробили цю методику, могли її представити, так? Точно. Вже ось цю вашу методику разом. Да, это была интересная тема, это была игра объемов. Как можно с помощью инъекционных техник, ну, в данном случае мы по косметологию, суток. Трошки, так, уже час завершился. Да, и в нашем докладе у нас было 5 специалистов, и мы вместе с визажистом еще, со Светланой Сорокой, мы показали, как можно с помощью визажа и с помощью инъекционных техник, инъекций, там, понятно, гиалурон, ботокс, это же разные все-таки, подходы разные, можно создать образ человеку, так? Это первое дело. Второе дело, как вот эта конструкция влияет на не только на восприятие, но и на поведение самого человека. Это известный факт. Уже давно известный. Да, а как это работает? Самое главное, это работают зеркальные нейроны и работает эффект петли обратной эмоциональной связи.
То есть идет вот эта подстроечка. Это самое главное. И плюс психосоматика, конечно. То есть тело четко может передать информацию в психику, в мозг, что с ним происходит. И я вам скажу, что мы успешно представили в Монте-Карло. Ну що, ну можна привітати вас, вашу команду. І взагалі дякуємо, що прийшли до нашої студії. Леонід Золін був у нас в гостях. Насправді чудовий фахівець, який прочитав усе. Сьогодні розповів. Я думаю, що якби бачив він усіх наших глядачів, то одразу розказав би, показав картину і розказав би, кому що треба змінити, аби краще впливати на долі інших людей. Дякую вам за атмосферу і за те, що ми так в дуже такий ритмічний, динамічний, моделі, підході, змогли от розповісти про все це. Так, будемо чекати вас ще у нашій студії, обов'язково. Знаєш, я говорю, трансфейсинг, преображайтесь осознанно, і трансфейсинг як движення к суті. Друзі, двигайтесь к своїй природі, к своїй суті, трансформируйтесь внутрішньо і допомагайте, звісно, через свою внешність, своє проявлення. От сопоставляйте то, як ви несете себе в мир, як сприймають вас люди, в соответствии з вашою природою. Вспоминайте себя, какими вы были, какими, возможно, вы стали, и создавайте себя новыми. Вот не останавливайтесь вообще. Ну так, чудове побажання, вперед, и только вперед, так, как сказал Леонид Золін. Да. Ну, а мы бажаємо вам гарного настрою, не перемикайтесь, дивіться телеканал «Відкритий», зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення. До зустрічі.